Вот такая новинка появилась на Алишке в последнее время. Это китайский электрокар Джобанг, цена его всего $750 США. Это объемный и с просторным салоном электрокар, количество мест вместе с водителем – 4. Вот посмотрите, на экране вы видите его размеры. С виду хоть и небольшая, но довольно просторная машина. Теперь относительно его технических характеристик, смотрим на экран. Дальность хода на одном заряде батареи – до 70 км, максимальная эго-скорость – до 45 км в час, этого вполне достаточно для передвижения по месту. Мощность электродвигателя – 1 кВт. Вот такой электрокар по небольшой цене. Заплатите еще, конечно, за доставку из Китая. А относительно регистрации, так этот электромобиль приравнивается к обычному мопеду. Вот и все, выбрать и купить электромобиль можно у нас на сайте.